у этих людей вот с рожками, им достаточно просто загадать желание, и судьба уже сама исполняет вот прям наилучшим способом то, что люди загадывают. Знаете, как в том анекдоте, ну, главное еще, чтобы желания были позитивными. Это очень важно для обладателей рожек. Потому что, смотрите, когда человек формирует вот на сознательном уровне какое-то желание, а сверху сразу приходит поток энергии, вот это сформированное желание сразу же идет на исполнение, да, вот нет вот этого, знаете, вот если мы дальше рассмотрим там другие признаки, антирожки, еще что-то, а вот здесь вот раз желание сформировалось, энергии достаточно, да, и все сразу исполняется. Вот вот так этот механизм работает. Поэтому здесь очень важно вот на этом моменте, где идет перенаправление энергии, чтобы все работало четко и желания были позитивными, конструктивными, не знаю, ну то есть хорошими желания, чтобы не было как в том анекдоте, когда стоит мужик в переполненном троллейбусе и думает: блин, елки-палки, жизнь дерьмо, жена стерва, начальник козел, дети придурки, сзади ангел-хранитель, странное желание, но что делать, надо выполнять. Вот чтоб не было именно так, понимаете, вот как вот сейчас еще один пример вам приведу. Видите, какие четкие рожки, да, это певец Децл. Вот когда его не стало, вдруг его не стало, вот этот приступ какой-то, да, странный, совершенно все произошло. Вообще я сначала не верила, что так бывает. Он же молодой совсем, да, и он бах и умер. И когда уже там он умер, начали откапывать его предыдущие интервью и откопали вот такие слова: когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет, надо подумать над этой темой, сказал тогда 32-летний Толмацкий за 3 года до того, как это исполнилось. Представляете, он просто себе вот пришла эта энергия, и он ее прям взял и направил на то, чтобы в 35 лет уехать жить на остров. Ну, я надеюсь, что это ну там на том свете ну, наверное, хорошо. Ну я не знаю, я ни в коем случае не насмехаюсь, не это самое, не подумайте превратно. Но вот понимаете, вот абсурд этой ситуации в том, что человек сам себе напророчил, сам себе вот ту энергию, вот знаете, с дурной головой можно и много чего сломать. Да, вот получается, что вот чтобы не было так. Поэтому очень внимательно следим за своими мыслями, особенно если у вас есть рожки. Вот если у вас есть рожки, вам достаточно вот так щелкнуть, захотеть, и все вот как по щучьему велению у вас будет. Но желания должны быть позитивными.